Задержание шести фигурантов производилось на территории автостоянки в Татищевском районе. Подозреваемые осуществляли выгрузку алкогольной продукции из фуры. Но довести начатое до конца злоумышленники так и не успели. Оперативники взяли участников группы с поличным. Как установлено, часть товара задержанные планировали реализовать на территории города Саратова и ряде крупных населенных пунктов Саратовской области. В ходе проведенных мероприятий было изъято более 25 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции различных наименований. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, «Вести», дежурная часть, Саратов.